Матвей Хангалов – выдающийся бурятский этнограф, педагог, переводчик, просветитель, действительный член Русского географического общества. Он открыл для мира историю и культуру бурятского народа, сохранил от исчезновения ценнейшие памятники культуры Бурятии. В этом году, кстати, исполнилось 165 лет со дня его рождения. Большой путь проделан, и музей является сокровищницей культуры бурятского народа. Является тем местом, куда может прийти любой желающий узнать больше о нашем прошлом. Сегодня в хранилище Музея истории Бурятии насчитывается более 45 тысяч экспонатов, которые отражают различные периоды истории. И с годами этот объем растет, ведь жизнь не стоит на месте, а в Музее истории должны быть представлены все эпохи. Национальный музей хранит более 150 тысяч предметов в своем собрании. История музея очень интересная, музей не стоит на месте и, ну, я бы сказала, идет в ногу со временем, проводит очень много межрегиональных, международных мероприятий. Сегодня мы также в своих секциях уделили внимание молодым ученым, поэтому будет работать секция именно для студентов, которые выступят со своими исследованиями. Байкальский историко-музейный форум проходит с научно-практической конференцией «Музей и общество. Современные модели интеграции. Хангаловские чтения-4». Он посвящен вопросам развития музеев и обмену опытом. На него приехали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока и не только. Интересно, что в рамках юбилейного мероприятия состоится круглый стол «Буддийские коллекции в музеях России». Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.